Такая акция проводится в третий раз. Каждый год районное управление образования меняет экзаменационные площадки. Испытания в 4-й гимназии прошли родители выпускников из 30 образовательных учреждений Одинцовского района. Впервые акция стартовала в 2017 году. И основная цель проведения этой акции, наверное, снять напряжение у выпускников и в том числе снять напряжение у родителей перед сдачей единого государственного экзамена. Родители выпускников сдавали 3 экзамена по русскому языку и обществознанию и базовый уровень по математике. В каждой из аудиторий находилось не более 11 человек. Продолжительность тестирования по обществознанию 3 часа 55 минут, по математике 3 часа, по русскому языку 3:30. Сегодня сдаю математику. Я в тонусе, потому что с дочкой давно уже готовлюсь к экзаменам и к русскому, и к математике готов. Все было по-настоящему. Родители школьников получили возможность пройти экзамен в точности, повторяющий тот, который предстоит сдавать их детям. Все серьезно. Даже нашей съемочной группе было отказано в проведении съемки во время экзаменационного тестирования. В Одинцовской гимназии номер 4 для родителей Одинцовского района проходит серьезное испытание – единый государственный экзамен. Здесь все по-настоящему, и вход в аудиторию запрещен даже для журналистов. Такая акция призвана помочь мамам и папам снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к экзаменационной кампании, чтобы они своими глазами увидели – в ЕГЭ ничего страшного нет. Мила Тарасевич, Евгений Муравлев, телекомпания «Одинцова».